26 января с рабочим визитом в Кашхабльский район прибыл глава республики Мурат Кумпилов. В ходе поездки глава Адыгеи посетил районную больницу, на базе которой создается резервный инфекционный госпиталь на 100 мест. В инспекции приняли участие первый заместитель министра здравоохранения республики Адыгея Максим Карабко и глава района Заур Хамирзов. Следует отметить, что в медучреждении формируют полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. При необходимости госпиталь будет развернут в кратчайшие сроки. Задача сегодня – это поликлиническая сеть, это колл-центры, это обслуживание на дому тех, кто заболеет. Поэтому все это разворачивается, все это работает на сегодня, и с каждым днем мы усиливаем потенциал, возможность. Следующим пунктом посещения стала новая врачебная амбулатория в ауле Бличепсин. Напомним, что амбулатория построена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Адыгея. На эти цели было направлено 25 миллионов рублей и более 3 миллионов на закупку мебели, медицинского оборудования, обустройство стоматологического кабинета. При общении с жителями аула глава республики обратил внимание на важность своевременной вакцинации и ревакцинации, чтобы не допустить тяжелого течения болезни.